Ежегодный отчет – это же возможность сравнить цели, которые мы поставили год назад, и результаты, которые сегодня достигнуты. И, ну, на мой взгляд, очень отрадно, что по многим показателям мы увидели реальные в цифрах результаты, которые показывают о постепенном движении Камчатки в своем развитии. Мы увидели, что в центре принимаемых решений находится человек, и те приоритеты, которые поставлены, и результаты, к которым мы идем, это не просто приоритеты и результаты, а это человек, которому нужно обеспечить качество жизни, благополучие, сохранить инвестиционный климат, не допустить сжатия экономики. Вот эти основные, наверное, проблемы, которые, или задачи, которые сегодня стоят перед правительством и перед депутатским корпусом в непростой, сложной обстановке, сегодня и обсуждались. Доклад был очень информативно наполнен, достаточно серьезной аналитической базой, а это значит, что это все реально сделано. Еще мне понравилось, что в докладе прозвучали определенные критические высказывания в адрес правительства о том, что не получилось. Это бывает не всегда и не во всех субъектах. И это говорит о том, что аналитическая работа и самокритика, она существует. Это дает прям такой оптимизм. Рождает оптимизм, что на это будет обращено внимание, и эти недостатки в дальнейшем будут устранены.